Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе. Слушай, тебя, знаешь, сегодня тебя спалила бабочка, ты за стеной спишь. Со мной вместе Дэчима. И сегодня мы будем... Дюпать! Что мы будем дюпать? Где мы будем дюпать? Так, это Дэч. Я знаю точно, что мы находимся на нашем проекте. Наш проект Borealis.su. Да, ссылочка в описании. Ссылочка в описании. Да, у нас есть Discord, сервер, ВК, там, короче, у нас группа есть. У нас много всего есть интересного. Есть старые дюпы, которые вот тут мы что-то делали. Это, короче, уже можно убирать. Это, знаешь, надо флешбеки вставить с войны, типа. Да просто перематывайте видео. Мы сегодня покажем другой дюп, очень легкий, очень странно, почему этот дюп недавно начал эпидемией, знаешь, такой жесткой поглощать все сервера, и мы решили его выложить, чтобы, ну, всякие админы, знаешь, наконец-то... Знаешь, ты чувствуешь, когда вы знали дюп давно, но такие... Короче, смотри, для дюпа нам потребуется вот такая вот штуковина. Он говорит, это дедушка. Ну, в смысле, нам вот такой дедушка гном. Его надо подкупить, я знаю. Дедушка-гном, еще один дедушка-гном. Вдруг мы, короче, с первого раза у нас не получится. Вот. А потом смотри, что нам нужно. Нам нужно его подкупить монетками золотыми. Эти золотые монеты где дочь берутся? Сумочки, шахты. Тебя спроси всего сумочек. Ну, короче, да, вы их находите откуда-то, откуда они выпадают, и дальше подкупаете его. После этого вы можете уже... В Стоункрафте выпадают, типа, сумочки, редкая награда и такое. Настройки, звук, чтобы они ничего не говорили, блок, дружит, так, чек, чек, все. Все, теперь они будут глухими у меня. Ну, в смысле, очень тихими. Ну, очень тихие. Взял. Язык оторвал. Нет, он все еще говорит, представляешь, это отдельный звук. Ну, ладно. Сейчас я еще и вот этот звук выключу. Можно после того, как мы их подкупили и задобрили, играть с ними. То есть мы заходим, кладем к ним 30 монеток и можем играть, вот разные штуковины получать. Видишь, там монетка, баночка, еще монетка. Слушай, я в плюс ухожу. Классная рулетка. Вот. Но, знаешь, что можно ему оставлять залог? Ну, там как бы, типа, кидаешь, ну, вещами залог. Всякими. Ну, забадривать. Парень, типа. Залог надо. Вот. Ты мне сейчас поможешь. Смотри, я тебе даю ведро лавы. Очень полезное ведро лавы. Выхожу из ГМ, потому что дюп работает без ГМки. И мы что-нибудь определяемся, что мы хотим дюпать. Дай мне что-нибудь, что мы будем дюпать. А я локоть сейчас ударился. Куда? Тут так беспалевно появились вот такие системы. Ага. То есть ты хочешь, чтобы я отсюда что-то выбрал и дюпнул одну вещь тебе, да? А можно вообще карточку вот эту? Какую карточку? Ну давай, конечно. Но это же предмет, один предмет, давай. Давай мне в карточку. Смотри, мы берем эту карточку, идем к этому дедушке-гному, выкидываем ему ее. Он ее так поднимает сейчас. Давай, поднимай сразу. Ну, типа говорит, что я ее подержу у себя, пока вы найдете мне монету. Дед, давай поднимай, ну что ты как этот... Ой, все, не хочет поднимать. Сейчас я подойду поближе и кину прямо в него. Все, он ее подобрал. Теперь мне нужно выбраться. Вот, я выберусь. Теперь смотри, Дэч, твоя задача ведром лавы его затопить, но не убить. Ну, то есть, чтобы он умер. Ну, короче, я все сделаю. Ты, главное, сделай так, чтобы лава тут не осталась. Ну, потому что карточка должна выпасть из него, понял? Вот смотри, видишь, он горит. Убирай уже лаву. Оп, я открыл его. Ты предупредил бы меня раньше. И, ну, Дэч, ну, видишь, у меня меню осталось, оно не закрылось. Видишь или не видишь? Не вижу. Не видишь. Ладно, давай, короче, еще раз. Следующую карточку. Давай. Мы, короче, профукали все ресурсы, которые Дэч ему хотел. Другая карточка. Ой, ну да, конечно. Другая карточка. Давай на него. Кидаем карточку. Кидай ему карточку сразу. Вот, все, он ее подобрал. Теперь заливай его лавой. Только так, чтобы ты убрал лаву. Вот, типа, вылей, а потом убери. Потом опять вылей. Давай. Поджигай. Поджигай. Я в него захожу сейчас. Вот, теперь убирай. Он сгорит до конца, нет? Да, давай, 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 давай. Еще, еще, гори, пожалуйста. Гори, пожалуйста. Гори, гори. Вот, у него чуть-чуть осталось, я захожу осталось в него. Полтора, видишь, так. Я его убил, карточка выпала. Он жив. Как жив? Он живой. Тебе нужно его убить, поджигай чуть-чуть его тогда прям, подожги и убери сразу. Оп-хоп. Да, прям на это... него, под него прям давай. Оп, и убери.
Карточка выпала? У меня выпала? Карточка в меня упала, и там ладно. Какой-то боб выпал. У тебя, ну да, бобы тоже падают. Смотри, карточка выпала, да, одна? А дальше да. Я ставлю монетки и начинаю с ним за них играть. Я выиграл монетку, я выиграл боб, я выиграл свечку. Ты но мне мы... карточку верни. Ты же помнишь, что мы ему давали карточку, да? Ну да. Теперь мы можем, есть шанс, о, как мне сразу повезло, есть шанс ее выиграть. То есть вот, я выиграл карточку, монетки забираем, инвентарь закрываем. У меня есть карточка, скинь мне эту, другую. Просто люди вдруг не поверят, что они идентичны. То есть вот 32 500, а там на них байты одинаково написаны. Ну ладно, давай сейчас положу. Вот так, хоп, и смотри. Вот тут всякие ведра есть, там кольца есть, вообще все что угодно есть. Так, подожди, что я сюда не могу зайти? Нижняя часть. Оп, и тут то же самое все есть. Вот таким способом можно, короче, дюпать там, любые. Кстати, видишь, есть обычные сокровища. Это из них, кстати, монетки получается. Из таких, да, обычных сокровищ, а не обычные. И ну, вот еще есть редкое сокровище. Да. Да, это из них, типа, выпадают вот эти. Обычная, необычная, редкая. Ну, короче, из всех этих сокровищ да. выпадают монеты. Таким способом можно дюпать любую вещь. То есть, если вы ему кинете сумку, он будет дропать после смерти. С вами торговаться за сумку. Ну, типа того. Можно еще, знаешь, когда сделать? Смотри, есть верстак механика. Мне нужна одна штука, этот выкинем. Но тут идеология такая же, я думаю, ты понимаешь, да? Засовываем туда кучу разного говнеца. Можно даже яички засунуть туда. Отлично. Можно туда засунуть ключик. Карточки. Да, можно вообще туда засунуть карточки, а в карточки засунуть еще верстаки. Ну, короче, ты понял, да? Давай. Так, теперь смотри. Давай. У нас мы нового дедушку призываем. Вообще этого деда можно призвать в магическом биоме, да? Там вроде бы поставь, в магическом... Поставь верстак. Не надо, не кидай. Какой верстак? Что я ты хочу. Хочешь? Ты хочешь карточку туда... Да, я хотел карточку туда. Ну на, давай. Вот, поставил верстак, давай. Засунул? Да. Две карточки. Офигенно. Я беру этот сундук, забадриваем его монетами. Приманиваем. Все, так, отлично. Знаешь, так он резко начинает так, бегать. Так, теперь или... смотри. Ты вроде бы вообще можешь на нижний блок дэч лить лаву, понял? Ну хотя если тебе удобно на верхний, то на верхний. Ты уже понял, там главное, когда больше половины, уже убираешь. Так, все, он поймал сундук. Начинай его затапливать, давай. Да давай еще, что ты? Еще давай, еще, дожги его полностью, давай. Я думаю, хватит. А ты знаешь что, отойди, чтобы я, ну как бы показал, что сундук этот валялся. Короче, карточка ладно. Валяет. Так, я его открыл, вижу, он умирает, вижу, он умирает и не умер. Ну ты плохо плохой ты поджигатель, дэч. Еще поджечь. Ну конечно, там... его нужно убить. А если я его рукой ударю? Нет, он тогда расстроится и со мной не будет торговать. Надо именно так, лавой поджигать. Да. Оп, выпало? Нет, я походу ее сжег. Ну, ничего страшного, я выиграл. Пироман. Вообще, если мне память вообще не отшибла, то вроде бы после того, как выиграл один раз этот сундук, можно еще раз его выиграть. Но это не точно. Поэтому лучше один раз просто... Заспай мне еще одну девочку, у нас получится. Ну все, давай, я его задабриваю, давай. О, этот с мечом какой-то. Прям, знаешь, это как золотой дождь какой-то сбоку. Голландский штурвал. Так, отлично. Теперь кидаем ему блок этот. Он его подобрал. Так. Поджигай. Так, да ты, не, ты жди дольше, не так, сикай. Мне нужен флай. Прям вот попробуй. Да, вот так его. Давай, убирай, дэч. Я убрал. Ну и сейчас куда-нибудь жмякнется. Оп. Не говори, что сгорел. Сгорел? Да. Сгорел. Да. Ну, я его сейчас выкуплю. Короче, мы с дэчем горе-дюперы. Но вы поняли суть уже, что можно просто... О, я выиграл уже его с третьего или с четвертого раза, он давай уже выиграл. Давай еще раз, чтобы видео шло еще дольше времени, Бартоломео дольше рендерил, всем так нравилось на нас смотреть. Ладно, так, я ему скинул. Ну, когда-нибудь дэч ему научится правильно поджигать, давай. Так. Можешь уже поджигать. Ну, хочешь верхнюю часть поджигай, тогда его под душем он будет прям летать. И еще раз, когда у него останется чуть меньше 4 лет. Вот, а я просто в него захожу и жду, когда он там сдохнет. Оп, О, мне выпал сундук. Выпал сундук, о, я вижу его в руке там сразу тебе. И играю. О, я с первого выиграл, представляешь, с первого сундука. Теперь может, у нас есть... не одинаково. Теперь у нас есть два сундука, в которых идентичные наборы вот такие. И вы сами понимаете, насколько много мы дюкнули вообще карточки. Вот это, такой ну, вот... это очень, знаешь, надо этого. Короче, тебе надо друг, не дэчем. А там можно и одному на самом деле дэчить.
Ты понимаешь, я же могу вылить лаву, просто одному, как бы, во-первых, нужно ведро убрать и сразу на него нажать, чтобы он догорел там и так далее. Нет, если вы придумали новый способ, как дюпать с этим дедушкой, вы можете написать в комментарии, что... А если его будет бить, например, какой-нибудь автокликер? Он злым становится, понимаешь? Он сразу такой, ну, расстраивается. А побеждая игрока тоже, да, он становится злой, если его делает другой? Ну, по идее, автокликер — это фейк-игрок, поэтому он, наверное, тоже будет считаться как... Ну, типа, как игрок. Ну, ладно. Нет, я его пытался еще на шипы толкать, знаешь, можно на шипы же толкать, можно его, знаешь, песком засыпать, попробовать. Кстати, мне кажется, что если засыпать песком, то блок точно не исчезнет, который из него выпадает, он будет тоже застревать в песке. И все. Не, ну вообще я знаю, как там сделать, чтобы вообще не было потерь. Сейчас мы все сделаем. Да стой, куда ты? Прыгай в следующую яму. Плохой дед убежал. Я придумал, как сделать, чтобы не было потерь вообще. Как? Ты пока подготовь... А, давай, я помогу тебе. Все, у меня все есть. Два сундука? Да какие два сундука? Ты что, его поршнями хочешь задавить? Тогда у нас видео будет в 60 минут. Не-не-не. А зачем ты эту штуку хочешь еще ставить? Смотри, эта штука, ты в курсе, да, как работает? Я понимаю, она сосет. Ну, не так прямо, конечно. Нет, а как ты деда хочешь убивать? Она в лаву упадет. Нет, и все? Нет, деда я также буду убивать, но только то, что упало в лаву, сразу засосется сюда. То есть ты думаешь, не сгорит блок, когда падает да, в лаву? Да, давай. Ну тогда, тогда знаешь, в чем у нас проблема поджигать его термаловскими жидкостями? Вот скажи, в чем проблема? Ты знаешь, что блоки не горят в термаловских жидкостях? Ну просто так вот. Ну, не знал, да, наверное? Я тоже. Наверное, я вообще обманываю. Мне так кто-то сказал, но я не проверил. Давай проверим. Ну давай проверим. Давай. Просто возьми жидкость. Давай какой-нибудь там не пиротиум, а какой-нибудь, я не знаю. Ну, пиротиум так пиротиум. Смотри, давай, вот саженец сейчас. Подожди, только прежде. Левай пиротиум. Да подожди, левай пиротиум. Давай. Сейчас мы проверим. Вот, налил. Я кинул туда какой ты украл у меня! Сломай эту штуковину. Сейчас я ее, блин, покажу в ГМ-ке. Хуй. Як? Вот. И сгорело, да? Да. В общем, тот человек, который мне это рассказывал, он обманщик. Да сгорает. Сгорает, так сгорает. Все сгорает. Не. Давай попробуем моим способом с песком. Песок есть, все. Ешь песок. Давай. Так, ставим деда. У меня есть песок. Засыпаем его монетами. Все, поднимай, у тебя нет выбора. Я на тебя смотрю. Одабривай его. Эй, давай ты пописи на него. Отлично. Какие-то мы с тобой, знаешь, унижатели деда старого. Все, я повыше сделал специально. И теперь... Подожди, а у меня не закроется инвентарь. Ну ладно, вот, все. Подожди, стой! Не засыпай. Фуф, успел сказать тебе. Во-первых, я должен блок ему скинуть. ГМ0 нажать. Оп. Он поднял его или нет? Ну, наверное, поднял. Поднял или нет, как думаешь? Нет, вот ну, тут там... видно, вот тут. Уйди. Да, не поднял, слушай, поднимай! Ладно, я сам подниму. Ты какой-то не хотящий поднимать. Да выходи отсюда! Оп! А теперь? Да чё ты такой, блин! Дед! Оп! Давай сначала не так, пусть он сначала может ходить. Он поднял, наверное, Дэч. Нет. Ну тогда я опять заберу у него. А теперь? Да Дэч, он не хочет сундук брать, он перенасыщен. Он, походу, очень задобрен у нас, и поэтому не хочет. Сейчас мы с ним... Кто его ударил? Ну все, теперь он не хочет, ну все, он теперь, ну все, отстранен от нас. Короче, давай вот тут. Шла 30-я минута, Бартоломео с Дэчем закидывали деда монетами. Знаешь, в переходе стоит такой, говорит, дай монету. Ну мы такие, на-на-на, да он убежит сейчас, Дэйч! Убежит, я все прошу. Ну смотри, он теперь хочет залезть к тебе. Давай, поднимай. Ну все, молодец, поднял. Еще она поднимай. Да подожди, не засыпай его. Что я такое? Я оставил два блока. Да я понимаю, он не хочет монет. Может мы его и этого перенасытим? Не-не-не, сейчас. Оп, сейчас я, короче, вот так. Давай. Ну давай, ну милый, ну что с тобой не так сегодня? Короче, если ты сейчас не поднимешь эти... Дэч, ну зачем? Это не то, это я это. Ну все, этот теперь тоже злой, посмотри.
Все, он его почуял, что ты его соотечественника убил. Ну, классно, еще и комнату ему сделал стеклянную. Тогда он сгорит в огне. Я не могу поднимать данный блок. Хватит делать непонятно. Теперь у тебя есть добрый дед. Все, у меня есть добрый дедушка, которого я задобрил монетками. Задобрил. О, отлично, задобрил. Остальные украл монеты у него. Отлично. Теперь я ему кинул верстак. Он его поднял. Все идет отлично. Выходим быстро из ГМ. Дюпаем монетки. Бля. Как же все сложно. ГМ 0. Захожу в него. Все, засыпаю его полностью. Давай. Я слышу, да, я слышу эту боль. Дай. Так, я отлетел на все. Так, сейчас верстак вниз провалится, вот будет забава. Я даже интересно. Горе дюперы. О, все, он умер. О, я сразу получил верстак, он прилетел ко мне прям. И теперь я его просто покупаю. Вот, со второго раза я уже его купил. Все, у меня 3 верстака. Пацаны и девчонки, кто досмотрел до конца, вот этот способ самый надежный и самый легкий. Самый проверенный. Да, и самый легкий. Осталось только найти если вот этого старого деда. Кстати, знаешь, что я знаю? На некоторых проектах его выпиливают, запрещают ему поднимать все вещи, кроме монет. Я не знаю, так что только не делать? Почему нельзя сделать простой фикс? Просто оп, и он, и он нормально работает. Нормальный дед, нормально торгуется. Все слишком нормально дюпает. Ладненько. Ладненько. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите к нам в Discord, приходите к нам на проект. Мы еще выложим несколько дюпчиков в ближайшее время. И обязательно ставьте лайки. Чем больше лайков, тем выше видео больше в топах, дюбчиков. Больше дюпчиков и комменты. Ну, комменты, само собой, короче, пишите, ребята, мы там от сердышки вас количество рисуем. Дюпов. Ну, не только дюпов. Вода! Да, я вижу воду. Вижу воду, держу цель. Оп, все, я занырнул. Джакузи. Перестань! Ну, Дэйч, ну за что мне это все? Всем пока-пока. Пока-пока. Я, кстати, выжил. Не догорел. Читер.